Обзор на видео про шпалеры. Многие спрашивают, из чего и как. Значит, прогоны, которые соединяют шпалеры, делаются из трубы 20 на 20. Сама шпалера, основание, стойка 40 на 40, рогатины 20 на 40, заполнение 20 на 20. Сверху приварена плашмя 20 на 40, потому что прогоны крепятся на саморезы. Теперь по размерам. Значит, от низа до сюда, Данила, сколько? Вот от нижней точки до средней получается 1,32 м. Если брать до земли, до сюда, то здесь у нас получается 800, то есть 80 сантиметров. Общая длина, как я помню, 2,200. 2,200, да. Ширина верхней части 1 м, это тоже аксиома, 1 м. И между ними посередине делается перемычка. Здесь сверлятся отверстия для тросов, как мы видим, да, чтобы продевать. Вот, вот отверстие, вот и сверху там. Ну, вот такое короткое видео, небольшое про шпалеру. Шагом можете каким угодно, она по прайсу идет шагом 2 метра, то есть прогоны вы можете соединять, мы можем сгореть хоть через метр, хоть через полметра, хоть через 7, ну, в общем, любую. Шагом их вот так вот ставить можно с любым, какой вам интересен. И количество тросов любое вы можете, вот тут уже видите, по центру есть отверстие. Здесь вот отверстие, то есть в любом месте можете даже сами и любое количество тросов накрутить, натянуть, так сказать, к чему там у вас, как лиана, малина, смородина, ну, виноград, все что угодно. Вот, в основном они закапываются в почву, у меня лично забито кувалдой, вот так где-то сантиметров 50, вот в это место я бил доску ставил и забивал. Многие заливают бетон, ведро бетона и так далее. Ну, вроде бы все.